ბერძნერს ჰქონდა გაკეთებული რამდენიმე სპექტაკლი დრამატული თეატრებისთვის და ერთ-ერთი აი ამ ისტორიის შესახებ ახლა გიამბობთ ადამიანი, რომელიც მე მინდა მოვიხმო სცენაზე. ეს გახლავთ გრიბოედოვის სახელობის თეატრის დირექტორი, კულტურულ საგანმანათლებლო საზოგადოება რუსული კლუბის პრეზიდენტი, დღევანდელი საღამოს ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მესვეური და საერთოდ მე ვიტყოდი, რომ ყველა ქართული საქმის გვერდში მდგომი, ჩემი დიდი მეგობარი და მეგონი ყველა სივინც აქ ვართ, ბატონი ნიკოლაი სვენტიცკი. მივეგებოთ. Я очень рад, что я вот смотрел внимательно весь концерт, прислушивался к каждой мелодии, и мне было безумно приятно, что человек, мыслящий на русском языке, думающий по-русски, говорящий на русском, так любил Грузию. И я думаю, что мы должны сегодня учиться этому у Константина Певзнера, любить Грузию. Константин Певзнер написал мелодию, песню к спектаклю по пьесе Чингиза Айтматова «Тополёк моей красной косынки». Это программка, где он написал Наташе Бурмистровой поздравление. Ставил спектакль Константин Сурмава. Это было произведение двух Константинов, Константина Певзнера и Константина Сурмава. И там есть одна песенка, которую мы нашли в архивах 65-го года. И я постараюсь ее спеть. Постараюсь. За далью даль дороги долгой замелькали километры. Спешит всегда шоферу, видно, кто-то нагадал. А если ночь, шофер споет вдвоем стихи с попутным ветром. Про дальние, как долгие года, бегут по свету пути дороги. Путей так много, но у каждого дорога есть одна. Бегут по свету пути дороги. Путей так много, но у каждого дорога есть одна. За далью даль, за далью где-то на далеком километре ждет перевал, который в жизни надо перейти. Пусть ты устал, пускай стучится непогода с теплым ветром, но одолеть ты должен этот перевал. Бегут по свету пути дороги, путей так много, но у каждого дорога есть одна. Бегут по свету пути дороги, путей так много, но у каждого дорога есть одна. За далью даль дороги долгой замелькали километры. Спешит всегда шоферу, видно, кто-то нагадал. А если ночь, шофер споет вдвоем стихи с попутным ветром. Продали дальние, как долгие года. Продали дальние, как долгие года. Николай Николаевич, на сцену, пожалуйста. Спасибо.